Добрый вечер, уважаемые дамы и господа. Добро пожаловать на видеообзоры от Паблита. Сегодня у нас интересный гость. Это трехдневный полевой рюкзак от известного производителя снаряжения Pivenchy Tac. Вторая часть. Давайте продолжим. Итак, мы остановились на строении спинки. Вот. И обратите внимание, какая выраженная поясничная подушка. Это удобно, особенно при переноске тяжелых вещей. Поясной ремень, как я вам говорил, съемный. Регулируется по прилеганию и объему благодаря ремню с фастексом. И может служить как отдельно элементом снаряжения для переноски на нем подсумков, как утилитарных, которые идут в комплекте, так и магазинных. А или от всевозможных отсечек, что тоже будет удобно разместить на данном рюкзаке. В целом, рюкзак пошит очень качественно, из современных материалов. Выбор цветов достаточно большой. При конструкции его, конструировании данного рюкзака уделено было внимание всем мелочам, что в конечном итоге позволило получить такой вот удобный и продуманный продукт. Более детально я на данном рюкзаке остановлюсь в своем обзоре. Спасибо, что смотрите нас, читайте блог, подписывайтесь на видеоканал. У нас там каждый день практически новые новости. Спасибо, что оставались с нами, и до новых встреч. Всего вам доброго.